И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня мы играем на карте Бой на смерть на моем сервере, ну понятно, в общем. Короче, сегодня мы поиграем. Так, давайте. Что там у нас? Напоминаю вам то, что на нашем сервере, когда играется в таком режиме, за каждое убийство дается не только хп, точнее 10 хп, но и 10 патронов. Точнее, вы можете так ходить целый день и убивать. Так, вот так вот. Так, что там дальше? Заходите на сервер, но бас сервер. Сейчас я играю на моем первом сервере. У нас тут, ну понятно что. Также, если вам так нравится наши сервера, заходите на новинку. Это на Нубас сервер Surf. Это сервера, перемешанные с этими с испытаниями и, конечно же, со всякой разной хренью, типа ЗМ модом. Но их будет мало. Ну, там будет только с Surf'ом. Так. В общем, сервера интересные, если вам интересно, заходите и играйте, очень даже прикольно. Я советую вам. Но если вы хотите сейчас поиграть со мной, попасть в мое видео, просто заходите на Нубас сервер 1. Ссылка есть в описании, точнее IP сервер этого сервера есть там, под видео и, конечно же, на сайте. Так что заходите, играйте, и может вы попадете в мое видео, и может там кого-то убьете в видео, или не знаю, никого. Ну, пока что я здесь поиграю с USP, и буду играть, конечно, долго, потому что реально. Так. Почему все куда-то что-то делают? Давайте. Так. Nice shot, давайте. Ладно. Ну почему вы в меня попасть не можете? Хотя нет, можете. 10 хп это все равно дается мне все равно. Так. Курица. Видели с одного патрона такой? Круто. Когда мне дадут автомат-то? Или для этого обязательно убиваться? Давай-ка. Окей. Дальше. Так, кто там? Можно вообще? Вообще зарестартиться, нет? Нельзя? Странно, 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 ребята. Вообще, надо было бы как-нибудь это сделать. Потому что, серьезно, сложно играть с одной USP-шкой и не попадать. Так, где наша курица? Вот она. С третьего патрона. Оу. Стоп. Я думаю, игра залагала. Но нет. Теперь у нас есть наше оружие. Не такое уж оно и ненормальное, но у нас есть теперь наш револьвер, который не всегда спасает нас от всякой хрени. Но все-таки помогает. Давай же. Опс. Так. Опс. Давай-ка. Давай, выстрели. Давай. Ну. Сколько у тебя там патронов? Я тоже так могу ходить, убивать всех. Давай-ка. Не хочу револьвер. Он тупой. Так. Так. Ну почему ты не можешь попасть в меня? Это ж как-то странно. Нет? Нормально ты думаешь это? Давайте, парни, пошли.
так мы играем вообще. Давайте. О, все. Еще 10 патронов. Давай, круто. Я бы тоже хотел там что-то такое прикольненькое получить. Также заходите на Nubass Cases. Все кейсы от 100 рублей. Заходи и выигрывай. Реально, можно победить и выиграть, ну, достаточно крутые скины. Потому что, ну, серьезно. Нормальное там все и честное. Я даже там выбиваю кейсы. Вот такое вот оружие красивое. Так, что там с нашими красивыми ножами? Я специально их выбрал, такие вот красивые. Да, кстати, об обновлениях. Добавились граффити, я их сейчас не могу показать, потому что они у меня как бы не закуплены. Да и их как бы нанесли сейчас нельзя. Так, потому что я еще не открывал ни один кейс с граффити. Я как бы не гонюсь за модой. Потому что как сразу выходит там граффити, сразу все накупают. За косари свои тратят на стиме, чтобы купить там, например, вой, граффити. Я не покупаю граффити и не буду покупать потому что, ну серьезно, кто будет покупать граффити, который всего 50 раз можно использовать? Это ж не круто. Круче всего, когда они бесконечные и реально крутые. Ну вот смотрите, вы купили, например, за косарь вот граффити какой-нибудь, и оно через 50 раз у вас просто пропало. Вы считаете, вы сколько там кейсов просто у вас пропало? Или просто, ну вот, у вас просто косарь пропал, просто так считаете. Так что не советую брать вот граффити. Вот я вам советую только стикеры брать, но их тоже теперь стали они что-то лагать. Точнее, не лагать. Они стали... если стираешь их, они всего одно использование. Хотя раньше было нанес один, и можно еще нанести сколько-то раз его. То есть, если ты его получил, то ты его можешь на все оружие накрепить вообще везде. Но сейчас уже не так. Так. Окей, пошлите дальше. Никого здесь нету. Давай-ка. Мне нужна гранат, ребят. Да, убил. Так. Дальше что? Опс. Кто уже стреляет? Точнее, кто-то пытается выстрелить. И у него не получается. Попал, 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 не попал. Оу, фок. Лол. Смешно, да. Да. Опс. Да уж. Так. Че вы друг друга не убиваете? Че ты вообще здесь сел? Эй, парень. Ты че, АФК что ли? А, нет, не АФК. Опс. Случайно. Это просто случайность, ребят. Такой первый раз. Чтоб я своего напарника попал. Так, и там точно кто-то будет сейчас. Я вам отвечаю. Ну, не здесь, но сзади меня точно. Кто-то... А, не, там был один. Так, его убили, значит, враг где-то здесь сидит. А где, я даже не знаю. Давайте возьмем. Это что вообще? Это просто мне поменялась моя вот эта вот... Моя стандартная на какую-то... Хрень. Мой револьвер поменялся на какую-то просто какую-то хрень, которая нафиг никому не нужна. Никто и не пользуется теперь. Ну да, я помню времена, когда я с нее тащил. Хотя патрон здесь не дофига, конечно, но заточить можно с нее. Вот как я сейчас делаю. Да уж. Ай, блин. Ай, не могу попасть, ладно. Как-то пофигу. Так. Ну, я как бы счет уже набил. Дофигенский.
Как бы на этом надо уже, наверное, остановиться. Ах ты, блин. Давай же. 10 патронов, офигеть. 30 патронов у меня еще есть. Прикольно. Еще одного. И еще одного. Убил. Ха. Мне уже пишут тут хакер, блин. Сами вы хакер. Я тут профессиональный игрок, вообще-то, Counter-Strike. Вы играете на моем сервере, я администратор, и вы еще говорите то, что я хакер. Я же и забанить могу. Как бы, ребят. Так. Ну да, надо бы кого-нибудь убить. Да! Вы видели, какой прыжок у меня сейчас был? Это просто вообще, это первый раз. Ой-ой-ой-ой. Ну, почему ты его не можешь убить просто? Убей его с пистолета, убей его с песта, убей его с песта. Парень, ну почему ты не стреляешь? Ну ты лох, что ли, блин? Ну, молодец. Хоть как-то так. Хотел его с ножом убить, ну ладно. Так, блин! Почему у тебя патроны не заканчиваются, парень? Опс. Это вообще нормально, не? Как вы играете вообще? Мне пришлось броню брать на 1000 хп. Опс. Тут не сможешь. Не сможешь. Не сможешь. Не сможешь. Не сможешь. Ты не сможешь. Не сможешь. Я специально взял бессмертие с броней, блин. Ты меня все равно никак не победишь. Я сейчас специально взял, чтобы сделать 3 убийства с ножа. Так, ну давай же, давай же. Ну ты не сможешь меня убить по-любому. Как бы ты ни хотел. Все, я отключаю, все, я отключил, все, можно нормально опять играть. Тащить. Просто тащи. Ну что, ну ребят, ну... Оу. Ну ребят, ну... Я профессиональный игрок, вы вообще никто. Как вы можете со мной еще что-то там делать? Я вас всех могу сразу всю команду перестрелять. Вы еще говорите то, что я ничего не могу. Ничего так вообще? Убийство. Нет? Как вы думаете, это вообще нормально, то, что меня никто не может убить? Блин, опять случайность. Так, погнали дальше. Зачистка. Почему через стену не стреляется? Я не знаю. Да, все. Так. Так. Так, ну блин. Патроны. Ну не убил, ладно. Как бы это сейчас не самое главное. Так. Давай-ка. Да уж. Ну давай же, кто-то... Еще кто-то должен быть. Видел кого-то, нет? Вроде кто-то был. Ну ладно. Кемперить я не хочу. Так. Оу. И третий. Вообще, как так-то? И четвертого. И считайте, смотрите, сейчас пятого такого. Давай-ка. Я просто кемпер. Давайте-ка. Кто там? Кстати, а Мафия 3, почему она не спускается? Лицензионная игра, я не знаю. Вот в Мафии 3. Мафия 3. Она почему-то не запускается. Хотя у меня соединение с интернетом есть. У меня все есть. Но почему-то она все равно не запускается. Дело, наверное, я не знаю. У меня системные требования все подходят к этой игре. И вот только вот проблема, я не знаю с чем. Просто она не спускается. Я перезагружал ее. То есть переустанавливал. Я отключал Steam, включал его опять. Я вот
экспенсии, экспресс, ой, не экспресс, а как, ну, короче, вот в видеокарте там настройка, там вот это можно там игры с играми там оптимизацию проверить, все равно не работает ничего, ребят. Так что я не знаю, как это вообще делается. Ну, хотелось, конечно, поиграть. Хотелось. Но пока что не получается. Ну, вообще, о игре я могу сказать, что она и получилась не очень так уж и круто. Потому что я на самом деле, я играл. Я играл в Mafia 3 уже. Я играл на Кумиконе, я играл в Игромире, я играл в нее. Я в Mafia 3 уже поиграл. Я там прошел несколько миссий. Считайте, я целый день там просто простоял. Просто пытался играть. Я и в КС-ку играл, там мне какую-то медаль дали, типа того. За то, что я мастерски играю. Но там не было особо скинов, там вообще не было скинов, просто игра. Там на компах мы играли. Я играл в доту еще. Ну, не знаю, мне понравилось то, что они там делали. Там костюмчики крутые сделали. То есть там. Ну, в основном там были из Звездных войн, все, но как бы. Ладно. На этом, наверное, все. В общем. Что я вам могу сказать? Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии под видео. И всем пока!